Я сейчас Александр Кирьяцкий, 18, значит, апреля 2018 года. Я сейчас, значит, спускаюсь с горы над Монтрео. Отсюда прекрасный вид на озеро Леман, там со мной. Хочу показать это место. Ну и спросить немножко, что мои зрители думают о том, что европейские дипломы в руках у русскоязычных не признаются. Вот. А украинцы думают, что их обсягает диплома на их топтузюк мове будет признаваться, значит. Они что, мусульмане? Они что, принадлежат Сомали, Афганистану, Пакистану? Что они хотят, чтобы их дипломы признавались точно так же, как Европа признает мусульманские дипломы? Ну, Украина в этом ошибается очень сильно. Обтузёк дипломы на кропском мове не будут признаваться. Они что, мусульмане разве? Они что, приезжают в Европу насиловать и обрезать других белых? Нет ведь. Обтузёк украинцы, они же, как говорится, такие же европейцы, как русские. Такие же, как французы, значит. Ну, а нафига им стались такие же европейцы? Им нужны обтузюки. То есть, как говорится, для того, чтобы только бороться с русскими, уничтожать русских. А для исламизации и обрезания всей Европы украинцы не годятся. Вот. Я думаю, что если увеличить вот эту вот панорамку, значит, так, опс, вот гора, увеличится, уменьшается. А вот поездочек здесь, я возле вокзальчика, возле железной дороги нахожусь. Вот этот поездочек останавливается, едет дальше. Александр Кирьяцкий. Сегодня, значит, 18 апреля 2018 года. Вот.